Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами обзор на пельмени. Сегодня в магазине выяснилось, что очень много разных пельменей есть, и цены при этом довольно дешевые или просто были скидки пятерочки. Эти стоили 209 рублей со скидкой. Без скидки не знаю, напишите в комментариях, кто знает. Здесь у нас с вами село Зеленое, пельмени ГОСТ. Премиум, домашние, по домашним рецептам, мясо собственной фермы. Село Зеленое, по-моему, у нас даже молочка есть, по-моему, вроде бы как. Поправите меня в комментариях, там напишите. И ставьте лайки. И давайте же с вами посмотрим саму упаковку. Так, с этой стороны пусто, здесь изготовитель, способ приготовления даже, соль, литр воды. 5-7 минут они готовятся. Так, здесь состав. Говядина, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, соль, сахар, перец черный. Состав теста: мука пшеничная, вода питьевая, сухой яичный меланж. Красивый сок, кстати. Масло подсолнечное. 180 суток. Так. Ну вот 800 грамм, кстати. Такие вот. И запакованы. Красиво запакованы. Ну если тут открыт, то получается как будто бы половина упаковки. Такие тут пельмешки, такие среднего размера, диаметры сантиметра 2,5, наверное, 3. Прям такие кругленькие. Ну, давайте их сварим с вами и посмотрим, что внутри, вкусные они или нет. Давайте смотреть, давайте пробовать вместе. Так, ну и пока у меня там разогревается водичка, я решила все-таки взвесить их. Мне интересно стало. 819 грамм. Хорошо. Все пельмешки на месте. Тогда будем пробовать с вами. Так, ну вот смотрите. Вот так выглядят мои 15 пельмешек. Такие, смотрите, они красивенькие. Так, давайте будем пробовать их. Отложим на отдельную тарелочку. Возьмем, давайте, с серединочки. Абсолютно любой. Опа. Смотрите, в принципе, тут, кстати, мясо виднеется. Оно есть. Правда, что-то, ну, маловато. Не знаю, хотя, может, оно вывалилось просто так. Сейчас, вот так. Вот. Смотрите. Какой-то такой мягенький, нежненький кусочек мяса, как будто бы присутствует. Ну, в принципе, это похоже на мясо. Давайте попробуем, что у нас тут такое вкусненькое появилось. Пробуем? Ну, довольно, знаете, такой вкусный, знаете, как эконом-класс. Эконом-класс вот подходит, да, вкусненько. В принципе, вроде такое мяско немножко мягенькое. Мне какая-то даже попалась не жилка, а как же называют-то? Ну, какая-то часть там от хрящика. Вот. То есть, ну, такой вот стандартный. Ну, да, классик такой. Ну, ничего, так вкусно. За 200 рублей, конечно, могли бы сделать, мне кажется, немножечко и получше. Хотя, может быть, это цена и... дешевый, хотя это со скидкой, а без скидки он стоил, наверное, рублей 300, может быть. Если уж совсем дорогие, наверное, пельмени, они что, будут стоить 500, значит, 600, наверное. Ну, сейчас я попробую. Попробую, сейчас я поем и съем оставшиеся, попробую, и потом в конце вам скажу, вкусно это было или нет. Без сильного они такие ароматы, конечно, пельмени. Ну, такие, просто пельмени. Они, конечно, не такие, как в детстве были. Или вот более дорогие я пробовала. Просто пельмени. Тут я уже, конечно, положила немножко соуса сырного. Попробовала с соусом. Соусом вообще не то.
просто один отдельный пельмень. Мне кажется, даже он какой-то острый. Почему-то мне начинает казаться. Ну, просто пельмень эконом-класса. Если бы мне сказали, что он стоил, они стоили 200 рублей, ну, нет, я не поверила. Мне кажется, им цена рублей 150. Ну, такие. Нормальные. Сойдет. Эконом-класс. Хотя, честно говоря, я от этого производителя ожидала что-то такое прям, ух, какое вкусное. Но нет. И посолила я, даже соль не помогла особо. Не знаю, еще думаю, может, сливочное масло туда добавить, может, будет как-то более вкусно, какой-то, может, будет аромат из детства. Нет, что-то как-то это... Что-то не то. Какой-то у них имеется, знаете, такой привкус какой-то странный. Какой-то не тот совсем, который должен быть у пельменей. Ну, так, средненько. Не очень понравилось, честно. Будем с вами пробовать еще. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я попробовала еще какие пельмени. И пишите в комментариях, какие вы хотите, чтобы я попробовала, сделала обзор на них. Смотрите также другие ролики, мои влоги, мои обзоры на шоколадки, на технику, творчество мое. И все там, куча всего интересного на моем канале. С вами был канал Art Money. Всем пока-пока. Жду лайков и комментариев от вас. Ваши, кстати, еще отзывы об этих пельменях. Может, вы их распробовали. Напишите обязательно.